По инициативе партии «Единая Россия» и активистов движения «Волонтеры Победы» в рамках партийного проекта «Историческая память» по всей России проходит акция «Телефоны ветеранам», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Суть проекта – обеспечить каждого ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающего на территории России, мобильными телефонами с ярким экраном, бесплатной сотовой связью и специальной тревожной кнопкой для вызова скорой помощи. Масштабный проект по вручению героям войны удобных телефонов с безлимитной связью планировалось запустить в преддверии Дня Победы еще в прошлом году. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы и в этот проект. Поэтому для безопасности пожилых людей тогда было принято решение вручить подарки после стабилизации обстановки и поэтапно. Проект «Телефоны ветеранам» реализуется совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и четырьмя операторами связи. Российские фронтовики получат пожизненное обслуживание мобильников, в память которых заранее внесены полезные номера, утверждает «Единая Россия», придумавшая этот проект. В Кашхабльском районе осталось два ветерана Великой Отечественной войны и одна узница фашистских концлагерей. Один из них – ветеран, проживающий в селе Вольном, Радченко Владимир Никитович. В преддверии праздника 9 мая телефон. Политическая партия «Единая Россия» дарит вам телефон с сим-картой «Мегафон». Сим-карта бесплатная, деньги на нее не вложить надо, сколько хотите, пользуйтесь. Да? Да. Здоровья вам. Это в честь Дня Победы. Победы, да. За День Победы хочется, чтобы такой победы больше никогда никто не переживал. В каком отношении? Чтобы люди жили мирно, под ясным, хорошим солнцем. Здоровье хорошее было. Никаких вирусов, чтобы не было. Все. Для человеческое, хорошее, земное настроение. Спасибо. И вам также. Спасибо. В селе Натырбово проживает Троян Василий Яковлевич. Вот пришли вас проведать, подарить вам телефон. Самое интересное, что здесь симка безлимитная. Можете звонить в любую часть земного шара, без тарифа. В общем, вот вам вот такой подарок. Спасибо. В поселке Майском узница фашистских концлагерей Иващенко Ксения Ивановна. Уважаемый Ксения Ивановна, в преддверии Дня Победы акции «Единая Россия», партии «Единая Россия» дарит вам сотовый телефон с сим-картой. Пользуйтесь на здоровье, пожалуйста. Новый телефон, чтобы могли с сыном связываться. Посетившие ветеранов волонтеры пожелали пожилым людям здоровья и долгих лет жизни.